есть небольшая хитрость, как правильно калибровать регулятор с полетным контроллером. Дело в том, что при включении регулятора на него должен подаваться высокий уровень сигнала. Вот сервоаутпут, вот здесь вот. Как этого добиться? В случае без полетного контроллера это делается, в принципе, элементарно. То есть газ вверх, включаешь регулятор, подаешь на него напряжение, он пиликает, газ вниз, он запомнил эти конечные точки. Но если просто поднять газ вверх, на канале троттл ничего не появится. Поэтому, чтобы на нем появился на нем сигнал высокого уровня, необходимо заармить полетный контроллер. Можно это делать как с пульта, так и с наземной станции. Я сейчас сделаю через наземную станцию. То есть я щелкаю арм. Пишется, что заармлен. Теперь я поднимаю газ вверх. На пульте. Это на пульте поднял газ вверх. И держу его таким образом. Полетный контроллер заармлен. Теперь я иду в сервоаутпут. Смотрю, что там отображается. Во. Троттл. 1800 там, ну, почти максимум, короче говоря. И вот в этот момент я подключаю, подаю питание на регулятор. Он пиликает, что вошел в режим калибровки. И теперь я убираю уровень газа. Чтобы было видно. Вот так вот. Убираю. Все. Регулятор. Все, регулятор я откалибровал. Теперь можно отключать питание. Ну, можно проверить его работу. Работает. И теперь я могу спокойно включать питание. Регулятор откалиброван.